Вы продали свой автомобиль несколько лет назад, но до сих пор получаете налоговые уведомления. Такая ситуация встречается довольно часто. А все потому, что договор купли-продажи не является основанием для снятия транспортного средства с налогового учета. Вы перестанете платить налог за машину только после того, как покупатель зарегистрирует ее в ГИБДД. Только подтверждение из регистрирующего органа является основанием для внесения корректировки в информационный ресурс. Соответственно, если вы продали автомобиль другому лицу и лицо не поставило его на учет в регистрирующих органах, плательщиком налога продолжаете оставаться вы. Налог на машину относится к имущественным налогам. По общему правилу, его необходимо заплатить до 1 декабря. В этом году первый день зимы приходится на субботу, поэтому крайний срок оплаты в понедельник 3 декабря 2018 года.